I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Всем привет, и с вами я, Евгений Ломсов. И Анна Муслимова. Давай начнем с того, что с вами программа «Девятый ряд». Сегодня мы расскажем, на какие фильмы вам надо сходить на этой неделе. Так что устраивайтесь поудобнее и не переключайтесь, потому что мы начинаем. Ну где? 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 Плечико остренькое, взгляд, Дорогие друзья, все вы, конечно, помните фильмы с Анджелиной Джоли в главных ролях, и назывались они «Лара Крофт». Так вот, на этой неделе вышло продолжение этих легендарных фильмов, где сексуальная молодая женщина-археолог с пухленькими губами, красивой фигурой, двумя пистолетами. А сейчас просто с двумя пистолетами. Ищет приключения и спасает мир. Ищет приключения, да. Смотрим трейлер. Как вас зовут? Лара. Фамилия? Крофт. Лара, твой отец погиб. Но ты можешь продолжить его дело. Вы очень похожи. Гениально. Привет, Спрут. Если ты это смотришь, скорее всего, я мертв. Я нашел гробницу. Ее называют «Мать смерти». Если Тринити достигнет своей цели, наш мир обречен. Пообещай, что ты остановишь их. Обещаю. Я знаю, куда отправился отец. В самый центр моря дьявола? Нас ждет приключение. Смерть не приключение. Вам не стоило сюда приходить. Но я рад, что вы здесь. Вы знали моего отца? Я вижу сходство. Безрассудство. Закрой гробницу раз и навсегда. Судьба человечества теперь в твоих руках. Только будь осторожна, мир катится к чертям. Тогда два. А на этой неделе выходит новый фильм под названием «Я худею». И представьте, главную героиню тоже зовут Аня, и она тоже пытается всю жизнь похудеть. В смысле тоже? Я не пойму, ты на кого намекаешь? Не-не-не, ни на кого не намекаю. Так. Мы вообще-то хотели рассказать, что в фильме снимается солист группы «Ленинград», любимый, обожаемый Сергей Шнуров. Который эффектно появляется в кадре с ружьем на плече. Да. Так что, если вы хотите увидеть Шнурова с ружьем и толстую Аню, приходите в кинотеатр «Море Синема». Так, выйди отсюда. Юмор, я не знаю, на уровне пятиклассника. Классная уморительная комедия «Я худею» ждет вас на этой неделе в кинотеатре «Море Синема». Ань, давно собиралась тебе сказать. Наконец-то. Ань. Давай расстанемся. Ребята, не тухлим. Он меня Женя просит. Сказал, что я толстая. Повернись. Блин, что, стрёмно, да? У тебя просто кость широкая стала. Эй, я не доела. Эти булки потом в твои булки уходят. А картошка в прыщи. Приятного аппетита. Братан, я тебя не брошу. Мы тебя похудеем, форму приведем. Привет, Ули. Ты что, следил за мной? Нет, просто проводил. Незаметно. Мне спонсор нужен. Еще и бабки тебе давать? Просто называется, так будем по утрам бегать. Если мой парень увидит, что ты мне звонишь, тебя нос поломает, будешь новости покупать. Запиши, как Света, ногти. А у тебя какая цель? Так свадьба же у меня. Так заниматься надо для этого. Давай, давай, пойдем. We'll be right back.
тебе просто надо развеяться сейчас. Я тоже хотела к лету похудеть, пока отрастила. Ань, а ты чё? Да потому что все такие, как вы, меня пиздите! Худеют они, блин! Дочь, привет! А это кто? Муж? Не-не-не-не. Телохранитель или тренер? Тело храню и тренирую. Я цветы набрал, полевые, но пахнут нормально. Блин, Коль, ну правда, ты не Брэд Питт. Но ты меня и научил, как надо себя любить. Кто тут королева? Я. Вау. Я худею. Не двигаться. Приятного аппетита. 3 утра, я завтракаю еще. А, поняла. А следующая новость для любителей приключений и загадок. И, конечно же, Шерлока Холмса. Шерлока Гномса. Ну, да. Маленькие гномики будут радовать маленьких ребят, их родителей, бабушек и дедушек на этой неделе в кинотеатре «Море Синема». Так что дети, берите родителей, родители, берите детей и вперед в кинотеатр. А сейчас маленький трейлер. Гномео и Джульетта переезжают в новый сад. Ушли! Место, конечно, запущенное, зато наше. Подумай, какие нас тут ждут приключения. Ух ты, тут бассейн! Уху! Я живой! Скузи! О, ты хотя бы не пухай. Ты все? О, тепленькая пошла. Люди идут, все замерли. Они думали, что будут жить долго и счастливо. Но над их миром нависла опасность. Джульетта! Все гномы куда-то исчезли. И только один гном может их спасти. А! Какого баклажана? Я Шерлок Гномс, защитник садовых гномов. Кроме того, которого ты сейчас разбил? Разбил? Кого разбил? Только не это! Полный вперед, Ватсон! Эти гномы в смертельной опасности. От режиссера фильма «Кунг-фу Панда». Вы только никому не говорите, но завтра вечером нас расколотят. Что? Он сказал, что завтра нас всех расколотят! Приготовьтесь к приключениям! Нам нужно пересечь реку. Нужен корабль. Зашибись, дедукция. Огромным приключениям! Бенни, следующая улика в парке. Рассказывай, как туда попасть. Идите по синей полосе на земле прямо до красного гвоздика. Надо замаскироваться. Со мной. 2 шага вперед. Стоп. Я сказал стоп. Простите, я впервые в роли беличьей бочки. Нас засекли. Шерлок Гномс. Нет, белка трясет задом совершенно не так. Манкини, дай мастер-класс. Следи за движением. Вот, видишь? Да, с пластикой у вас беда. Дорогие друзья, это все фильмы, о которых мы хотели вам рассказать. С вами была программа «Девятый ряд» и, как всегда, ее ведущий Евгений Ломовцев и Анна Муслимова. Ну что же, с вами мы встретимся на следующей неделе, а прямо сейчас мы идем смотреть фильмы, о которых мы вам и расскажем в следующем выпуске. Да. Колу взял? Нет, колу забыл. Ну, все, иди, бери. Все, всех целую, всем пока. До встречи на следующей неделе. Пока. Let's go sunning. It's so good for you.